Продавать, хранить и передавать расшифрованные данные ДНК через блокчейн предложил американский стартап Nebula Genomics из Гарвардского университета. Основатель компании, известный генетик Джордж Черчем, утверждает, что крупные фармацевтические компании нуждаются в данных генома людей для создания новых лекарств и платят за это огромные деньги посредникам. Компания же предлагает альтернативу. Люди напрямую смогут продавать данные своего генотипа. При этом потребители не смогут их просто скачать, как раньше, а будут получать эти данные на определенный период. Сохранив анонимность, люди получат информацию о рисках и предрасположенностях к отдельным заболеваниям, как и раньше, а блокчейн гарантирует прозрачность процесса. С этим Nebula Genomics запустит ICO, а за свои данные люди получат по $1000.